Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радика Чарно Дайам Гопи Жано Самаюктам Винда Банам Манухара Ванча Калпатару Ваше Кипасинду Бевача Патитанан павуне бхавишнавибхьо намо намаха Мукхан кароти вачалан пангун ланхайтигирин Ятки патамаханг банди парамананда мадабам Бриндавай тулсидеббай пиявай кесвасача Шна бхакти паде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритта наранчайва нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудире Шанкиртане Кришно Като Падеш Гаврия Патрашо Пракаса Неча Шадану Ракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагод Барунья Дейям Сада Парибабхагна Бхавишта Духам Тиртас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Бхитатиам Панатапан Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Бисвуриджи Такимапига Бабадушва Дарши Пурнану Рагараса Сагара Сара Мурти Сарадикамай Када Кипам Кроши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитанан Сиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канака Бадату Санкетане Капитару Камала Хатакшу Вишам Бару Дижа Бару Джагадхар Мупалу Банде Ягат Приякару Каруна Батару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибба Рупам Муктинча муктинча дада синитам Ваванурупена сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вивуши тобам бхагам Нараяно прияманамга мада пахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджасва Бадане Лакшмир Яшача Бхакшаши Ясасти Хидай Самбир Твам Нишинга Махаммаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Нахам иджа прижати бьям тапасо упасаменва тушеям сарвабхутатма гуру шуссо саяжата. Нахам иджа прижати бьям тапасо упасаменва Тушеям сарвабхутатма гуру шушо саяята нахам иджа прижати бьям
тапашо упасаменава, тушеям сарвабхутатма, гуру шишо саяджата. Гаудия Гостипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур, Прабхупада Джагадгуру told, Гаудия Гостипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур, Прабхупада сказал, до тех пор, пока мы не утвердились полностью в Гуру Таттве, наш баджана не может начаться. Гаудия Гостипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур, Прабхупада сказал, что до тех пор, пока мы не утвердились полностью в Гуру Таттве, до тех пор мы не можем начать настоящий баджан. Одновременно мы должны слушать Харикатху, я имею в виду Вани Севу, и в то же самое время у нас есть возможность слушать Гурудеву физически. Это обе вещи мы должны делать. Кто-то спрашивает, Шрила Прабхупада, прямое общение с Гурудевами Вайшнавами, оно очень важно. Кто-то спрашивает Шрила Прабхупада, это действительно важно, получать непосредственное общение с Гурудевами, или можно находиться в Дайректе? Нет, прямое общение, но непосредственное общение очень важно. Вы можете видеть характер, его поведение, его великолепие, его сиддханту. Не думайте негативным образом, что можно получить дикшу и больше Гурудева в жизни не видеть. Нет, это не так. Это не так. Прямое общение, оно очень важное, поэтому Гурупад Падма говорил, мы должны непосредственно получить мантру от Гурудева. Конечно, запись тоже трансцендентна, но все же нужно. Запись, она тоже, конечно, трансцендентна, но подлинный самбандхаген. Мы тоже должны обрести подлинную самбандхагену. Самбанда значит, мы должны обмениваться прити, любовью, взглядами, принимать что-то от Гурудева. Это очень, очень важно. И вот когда кто-то... И вот когда кто-то спрашивает, Прабхупада, это так важно, получать общение с Гурудевом непосредственно, да, это очень важно. До тех пор, пока вы не обретите самбанту с Гурудевом, вы будете иметь отношение с Гурудевом, принимать просад от него, его милость. Это очень важно. Или Шрила Прабхупада говорит, что если вы примете решение, что некоторые люди получают дикшу, и больше Гурудева никогда в жизни не видят. Но Шрила Прабхупада говорит, те, кто приняли решение, что да, мы получили Харинам дикшу, и сейчас можем жить как-то независимо, но Шрила Прабхупада говорит, такие люди не могут обрести бхакти. Те, кто хотят скрыть себя от Гурудева, те, кто не могут... Гурудев, он должен очистить наше сердце, если мы скрываемся от Гурудева. Кто может... Кто может спасти нас? Кто, кроме Гурудева, может спасти нас? Кришнадас Кавирадж Госвами, я вчера говорил, после обеда. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, я очень падшая душа, кто же спасет меня, кроме Нитянанды? Даже Гуранга не может. Только Нитянанда. Гуранга в форме Нитянанды может спасти нас. И мой Гурудев, он Нитянанда. Кто мой Гурудев? Нитянанда. И вот, вы знаете Бенгали.
Если вы знаете Бенгали, вы будете больше радости получать от Харибаджана. И вот здесь говорится, конечно, это не столь важно. Если вы обретете Баба внутри, то любой язык может даровать вам милость. Харикатхана трансцендентна. Шрила Прабхупада говорит, мы должны показать все недостатки в нашем сердце, чтобы Гурудев смог их исправить. То, что мы занимались непрестанными делами все наши прежние жизни и попросить Гурудева очистить наше сердце. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что я такая падшая душа, что никто не может спасти меня, только Нитянанда, великий Нитянанда. Я хочу привести пример. Кто? Вот, например, Дурьодхана, кто позаботится о нем? Он такой негодяй, мы не хотим его имени даже слышать. Он всегда выступает против преданных. Он против панчапандавов. И кто же? Никто не хочет видеть его лица, но все же Баладев, он думал о Дурьодхане. Смотрите. Каждый хочет выгнать Дурьодхану, не хочет иметь никаких дел с ними, ни один садху, только Баларам. Баларам, он думает о Дурьодхане. И вот все падшие души в любом таком состоянии, но будьте уверены, имейте надежду, что Баладев, он дарует нам свою милость. Нитянанда, он, несомненно, не выгонит нас, не бросит нас. Я могу вспомнить один случай. Салбек. Много раз до этого я говорил. Салбек, он был преданным мусульманом. Имеется в виду преданный, просто раньше был мусульманином. Это не оскорбление. Говорите, хинду преданный или муслим преданный, это нехорошо. Просто он раньше был мусульманом. Но по наставлению своей матери, он заболел какой-то болезнью, и мать посоветовала ему, почему бы тебе не пойти к Джаганатху. Мать у нее была хинду, отец какой-то мусульманский царь, который похитил ее и женился на ней. И таким образом Салбек, он вот, родился в Орисе, такое было рядом с Джаганатху мандиром. Не само Пури, там поблизости. И случилось это так, мы знаем из истории. И свидетельство этому есть. И вот однажды Салбек плачет, и он пришел к Джаганатху. Он хотел войти в храм Джаганатха, но панды, они выгнали его. Не позволили ему войти. Так или иначе, он хотел войти, но не смог. Он Джаганатх начал плакать и кричать: «О, Джаганатх, я слышал, что ты Бхагаван всех вселенных. Джаганатх, думаешь ли ты, что я вне этой Брахманды? Я тоже тот, кто создан тобой. Ты думаешь, что я не имею права видеть тебя, твои лотосные стопы? Почему? Я тоже создан тобою в соответствии с моей кармой. Я родился как мусульманин, и что плохого? Но они не позволяют мне видеть твои лотосные стопы». И вот он плакал, так плакал, рыдал, катался по земле, и Джаганатх не смог потерпеть этого. Джаганатх, он слез со своей вьясасаны и подошел к воротам, чтобы дать даршан Салбегу.
И этот Джаганатха, он там, Патитпаван Джаганатха. Вы были когда в Пури, помните, надеюсь, Патитпаван, он стоит у самых ворот. Чтобы те, кто не могут зайти, видели его. И поэтому никто не может сказать, что Млечка не может достичь лотосных стоп. Джаганатха, несомненно, может. В Кришна-бхаджане нету ни каст, ни убеждений. Неважно, откуда человек происходит, тот, кто совершает бхаджан, он достигает совершенства. И вот сейчас мы возвращаемся к нашей изначальной теме. Шрила Прабхупад говорит, прямое общение с Гурудевом, оно очень важно. Без этого мы не можем осознать, мы не сможем увидеть великолепие Гурудева, его великолепный характер, харикатху и все остальное. Мы должны слушать харикатху непосредственно от Гурудева. И также мы должны жить таким образом, чтобы у нас была возможность слушать харикатху и совершать вапу-сева, то есть служение телу Гурудева непосредственно. Мы должны помогать, делать что-то Гурудева, как-то кормить его или как-то участвовать в этом. Воду приносить и прочее. То есть, но опять же, смотрите, если мы заинтересованы только в вапусеве, то есть служении грубому телу, то подлинного блага мы не позволим. Но опять же, это не всегда возможно. Не каждый гурудев он позволит такое. И вот суть в том, если мы заинтересованы, это очень важная сиддханта, пытайтесь понять. Если вы заинтересованы только в вапу-севе, то есть имеете в виду служение телу у Гурудева, но забываете о вани-севе, о служении наставлениям и учению Гурудева, то это тоже плохо. И тогда что случается? Опасность, несомненно, опасность придет в вашу жизнь. Без Вани Сева, если мы служим только, хотим служить физическому телу Гурудева, но не служа его учению и наставлениям, мы попадем в опасность, и это станет причиной нашего падения. Или и даже если мы не пойдем, но вдохновение получать бхаджан, совершать бхаджан не получим. И вот в соответствии с Гауди Сиддханты, эта сиддханта, она применима ко всем четырем сампрадаям. Не только Крамануджа сампрадай или еще какой-то. Я говорю о том, что это применимо ко всем четырем сампрадаям. Это очень важная сиддханта. Если Вани Сева и Вапу Сева, они не совершаются параллельно в нашей жизни, Вани Сева и Вапу Сева, понимаете, о чем я говорю? Это эти оба вида служения не должны быть параллельны в нашей жизни, иначе опасность придет, поскольку Вани Сева — это то, что поддерживает, помогает нам совершать Вапу Сева. Иначе вы можете служить человеку, иначе вы будете думать, что служите человеку, который состоит из плоти и крови. Вани Сева — это то, что помогает нам осознать, кому мы служим на самом деле, чтобы не воспринимать Гурудева как какого-то обычного человека. Иначе бывает такое, что люди, которые служат Гурудеву, думают, что он состоит из крови и плоти, как и мы. То есть это обычно происходит от недостатка сиддханты, от того, что люди не понимают учения Гурудева. И вот Вани Сева, она поддерживает нас, она дает нам основания, она помогает нам прогрессировать, она поддерживает нас на нашем пути к трансцендентному уровню, с которого мы можем видеть Гурудева как трансцендентное существо. Сейчас наш даршан, он материален. Или, может быть, полуматериален, или как-то частично материален. То есть он не полностью, может, не полностью материален быть, но Харибаджан, значит, мы должны совершать Вани Сева.
Если вы верите мне, верите мне, я видел таких падших душ, которые хотели совершать только Ванисеву. Кто-то Харинам только пытался, хотел повторять, и ничего не делал. Но если вы совершаете Ванисеву, то вы увидите, что Харинам гораздо лучше повторяется. Это практически. Раньше я видел, какие-то люди просто слушали Харикатху или спали, и ничего не делали. Но потом, когда и выпала возможность совершать Ванисеву, то или распространять Харикатху, как-то они почувствовали какое-то вдохновение, какую-то энергию, больше желание повторять Харинам. И вот распространение трансцендентного знания, если вы сможете поделиться этой Харикатхой с Шрилой Прабхупадой, с другими, то Бхагаван благословит вас. Вы обретете великую радость. Бхагаван благословит вас, поскольку Бхагаван очень щедр. И вот где-то несколько дней назад, 10 или около того, я говорил Харикатху около 2 часов дня, я приводил пример. И вот, надеюсь, помните, если ваша память хороша. Рамачандра, он пересек этот океан, чтобы достичь Шри-Ланки. И в то время Хануман, он построил мост. И вот он брал камни, повторил «Джай Шри Рам», писал на этих камнях «Джай Шри Рам», на каждом камне, и кидал их в воду. И эти камни, они плавали. Кто-то слышал, что камни плавают, вроде как есть теория Архимеда, что более плотные тела тонут в менее плотных. Но так или иначе, камни плавали. Даже если посмотреть со спутника свысока, то эти камни, видно, что был мост, потом эти камни затонули. Но следы этого моста остались с Рамешвара, с Южной Индии, с конца, до Шри-Ланки этот мост есть, можно видеть его. С высоты птичьего полета можно видеть все эти камни, поскольку Рамачандра, после того, как он обрел победу, то океан Варунадев, он возносил молитвы ему. Ты отправился в Айодхию. И почему? То есть океан попросил, чтобы, когда Рамачандра вернется, закончить свои дела, чтобы этот мост он разрушил. Что твое служение, твоя лила закончилась, и поэтому что толку держать этот мост, который является оковами для меня? Вот океан сказал такие слова, и Рамачандра взял лук и стрелы, и этой стрелой разрушил мост, и этот мост утонул. Поскольку лила закончилась, можно уже... Иначе каждый может пойти пешком в Шри-Ланку, поэтому тоже хорошего в этом ничего нет, поэтому Рамачандра разрушил этот мост. И вот таким образом, в то время я могу рассказать один случай. Была там белка, такая размером с крысу. И вот эта белка, она думала, я должна совершать служение Рамачандре. И вот она камни не могла таскать, зато могла помочить свою шерсть, и потом вывалиться в песке в земле, и таким образом пойти к мосту, а там отряхнуться, и таким образом эта белка хоть немного песка, но таскала в этот для строительства моста. И Рамачандра, видя ее усилия, был доволен ею.
что это даже белка, она таким образом помогает строить мост. Рамачандра был очень доволен этой белкой. Взял ее на руки, погладил. И вот сейчас можно видеть, у этих индийских белок есть три полоски на спине. И у змей также. У них есть отпечаток стоп Кришны на их капюшоне. Можно видеть отпечатки стоп Кришны на змеях. Это их, его благословение. Что я хочу сказать? That the squirrel то, что is это unable to help Ramchandra. What help белка она не могла помочь Рамачандре, но что? Nothing. Что она делала? Ничего не делала, но все же Рамачандра, он был очень счастлив, очень доволен этой белкой. Доволен, видя, с каким желанием она хочет что-то сделать для Бхагавана. Это вроде не тяжело. Распространение книг, важных книг, распространение слушания харикатхи, может, не так много энергии это занимает, но все же и не все могут принять, может, и 100 человек, которым вы что-то даете, могут там 2 или 5 что-то примут, но так и иначе мы обретем благо, и мы не можем ожидать, что каждый будет совершать харибаджан. И поэтому Шрила Прабхупада, он знал, что не каждый может слушать харикатху, не каждый может читать духовные книги, но все же Шрила Прабхупада говорит, что это наша обязанность, обязанности, данные Нитянандой Баларамом. Мы должны следовать Нитянанда. Махапрабху сказал Нитянанда и Харидас, сидите и проповедуйте в Читане Бхагаватам, говорится об этом. Махапрабху сказал Харидасу и Нитянанде. У Харидасу Нитянанда. Нитянанда Харидас, смотрите. И вот вы должны ходить от двери к двери, чтобы просить других повторять Харинам, может вас будут оскорблять, но это не думайте об этом, наша обязанность пытаться помочь спастись обусловленным душам. Мы должны пытаться распространять послание Бхагавана, Шичитани Махапрабху, послание Бхактивинода Такура, послание Шрилы Прабхупады. Если это наша личная какая-то, наши свои слова, наша материальная речь, то мы не можем делать этого. Но если это трансцендентная харикатха, апракрита харикатха, которая поможет спасти всех обусловленных душ, кто знает, кто зачем приходит в Майяпур. Я сам пример. Понимаете, в моем детстве, с помощью моей бабушки, я был в Гаудиамате, он был по соседству с моим домом, но это было недостаточно для меня. Я ждал, и после этого я обрел Гурупатпадму, я увидел его фотографию, услышал харикатху. Это впоследствии было через много лет. Харикатха — это она очень важна. Шрила Прабхупада говорит, что кто может сказать. Я сам пример этому. Я приехал в Майяпур, я был занят всю жизнь. В детстве играл, потом учился, потом работал. И вот вся жизнь так проходила. Но когда я получил вдохновение приехать в Майяпур, и вы не можете поверить мне, я был как сумасшедший, я смотрел на Майяпур, что я вижу. Трансцендентное место, как звезды и луна в небесах, деревья, все остальное, все было новое. Я до этого много раз видел луну и звезды, но что я вижу сейчас, я хотел все обнять всю Навадвипдхаму. Это не шутки. И кто может сказать? Вы можете гарантировать, что кто-то не приезжает в Майяпур, чтобы получить какое-то вдохновение? Нет. Каждый
То есть не каждый приезжает, чтобы отдохнуть в каком-то отеле и поесть яиц чапати. То есть не все приезжают для этой цели в Майяпур. Несомненно, есть кто-то, кто приезжает в Майяпур, чтобы обрести какое-то духовное благо. Если я буду на Симхапале несколько часов, то Нарисимхадев благословит нас и избавит нас от всех текущих и будущих проблем. Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж распространил свои книги везде, в каждом буквально чайном магазине. Может, несколько часов мы можем выделить этому. Это очень благоприятно, и пойти получить даршан Нисимхадева. Например, это должное, это хорошее. Это один из лучших видов, чтобы занять наши деньги, наше имущество, наше время. Если мы просто повторяем Харинам, то Шрила Прабхупада говорит, нет, это нехорошо повторять таким образом, поскольку так повторяя Харинам, получается, что мы повторяем какие-то материальные имена, но это нехорошо. Это не подлинный Харинам. А мы попадаем в обусловленность больше и больше, поскольку наш Харинам получается неправильный, не трансцендентный. Не обижайтесь, я люблю вас всех. И поэтому я говорю так, иначе я мог бы уйти, пускай кто хочет, тот помирает. Наш Харинам, нельзя сказать, что это подлинный Харинам. Лучше пытайтесь обрести поддержку от Вани Севы. И тогда я обещаю вам, я сам пример, у меня нет денег, никто не помогал мне. В моей жизни все вайшнавское общество знает, все ачарьи они знают. Без денег, без людей, без власти у меня даже не было кастрюли, чтобы рис варить. И в таком состоянии я приехал во Вриндаван, начал Ванисеву. Я взял денег взаймы. Ну, Митсид Махарадж в этом какой-то книги написал, напечатал их в долг. И потом начал распространять. Вы думаете, что я сижу на Вьясасане, занимаюсь какой-то политикой, думаете ли вы так? Не думайте таким образом. Бхагаван Нитьянанда, он по своей милости он дал мне это место, чтобы я мог служить ему. Я думаю, что я служу вам с помощью Вани Севы. Я не думаю, что это место для того, чтобы наслаждаться, чтобы я стал гуру. Нет, я должен быть гуру. Я не хочу стать гуру, но должен быть гуру. Вы не понимаете значение этого. Гуру Гири. И вот таким образом прямое общение. Весь мир, он против был Шрилы Прабхупады. Даже они пытались доказать, я сидя на Вьясасане, не могу говорить ложь, даже они, сидя на Вьясасане, но я уверен, они против Шрилы Прабхупады. Они могут сказать, что мы поклоняемся Шриле Прабхупаде, совершаем арати Шриле Прабхупаде, но они не могут прикоснуться к Шилограмму, к Нарисимхадеву и сказать, что мы любим Шрилу Прабхупаду всем сердцем. Я бросаю вызов. Я тоже могу пойти к Нарисимхадеву и прикоснуться к нему и дать такой обет. Но не каждый может это сделать. Кто может сказать, что он по-настоящему любит Шрилу Прабхупаду? Бхактисиддханта Сарасвати. Я не заинтересован в вашем положении, в обществе, ранге, еще чем-то. Кто думает об этом? Я заинтересован в вашем баджане, о том, как вы совершаете Вани Севу. Просите какую-то обусловленную душу написать. Какую-то статью. Foolish. Why not to ask me? I can show countless article. You are not going to read. You are not going to. Хотя уже написано множество статей. Not going to allow people to read. Гораздо лучше. Гораздо
с правильной Сиддханты. So many articles, countless articles there. From Gaudiya, here, there. Why not to come? If you have honest intention, гораздо чаще. If you have your honest intention, why not to show public, public честное dignity? And you see my настроение, достойные помыслы, то гораздо лучше взять уже написанную статью на Гуру Варге, чем писать что-то свое. You cannot give kippa to this bonded soul. Only you can give sweet ball. What you can do? So they cannot just touch. И вот не каждый может прикоснуться к Нисимхадеву и сказать, что мы любим Шрилу Прабхупаду, Бхактисиддханту Сарасвати всем сердцем. Далеко не каждый может сказать, многие боятся, поскольку если так скажут, что скажут такую ложь, то в этот же день получат наказание. Кто-то занимается только какой-то драмой, игрой, каким-то театром, но не делать ничего по-настоящему, просто имитировать его. Шрила Прабхупада говорит, непосредственное служение Вани и Вапу Сева, они должны совершаться параллельно. Вани Сева и Вапу Сева, они должны совершаться параллельно. Если какой-то Гурудев, возвышенный Вайшнав, благословит нас и скажет, о, мой сын, иди и говори Харикатху, я говорю, иди, езжай в свою страну и говори Харикатху. Интересующимися, и Гурудев дарует нам силу. Если мы хотим уйти с пути Гурудева, то тогда, как только мы отклонимся от пути Гурудева, то мы сразу обнаружим себя в океане бесчисленных проблем, и мы сразу же потеряем ту силу, которую Гурудев даровал нам. Если я нахожусь в непосредственном в учении на пути моего Гурудева или Сиддхартха Госвами Махараджа или прочих садгуру, я знаю, что я очень мал, но, по крайней мере, я должен пытаться, я не могу сказать, что полностью нахожусь в абсолютной гармонии с Сиддхартха Госвами Махараджем или Кешава Госвами Махараджем, но, по крайней мере, мы должны пытаться предлагать наши лучшие усилия, что до последнего вздоха мы будем следовать их учению. Пускай весь мир он выступает против нас, но все же мы должны следовать. There is some shop locking for long time. We can rent. I go with him to that temple and request them. Махарадж был недавно в одном храме, тут у них какой-то магазин есть, уже год или несколько лет уже закрыт. И вот я попросил этого настоятеля храма, чтобы взять этот магазин в аренду для распространения книг, то они сказали, нет, не позволим. Почему? Уже давно закрыт, несколько месяцев или год даже стоит закрытый, но все же не могли позволить, чтобы там кто-то говорил о Шриле Прабхупаде, распространял какие-то книги. То есть, и когда распространяете Харикатху, то проблемы очень часто встречаются. Но по милости Шрилы Прабхупады вы достигнете успеха. То, что я говорю, я могу подтвердить каждое слово ссылками на Священное Писание и Харикатху в нашей Гурварге, но далеко не каждый это может сделать. Я кричу, гавкаю, как собака, но это я думаю о себе, что я собака моей Гурварге, я защищаю их учение, их достоинство, поэтому должны делать и пытаться избавиться от майи. И вот Вани Сева и Вапу Сева, они должны совершаться параллельно. Иногда можно видеть во многих храмах, если кто-то это книги продает рядом с их храмом, то не категорически против. Если какой-то человек продает там мороженое или еще какую-то ерунду, то никто не возмущается.
И, к сожалению, сейчас состояние многих храмов как таково, и кто может голосовать за меня, поскольку моя, она против меня. Я не их враг. Я не ваш враг. Я их подлинный друг, но они думают обо мне как о враге, поскольку их думают, что если кто-то будет говорить харикатху таким образом, то их этот духовный бизнес разрушится. Но я никогда не лещу никому. Это ваша привилегия, что я совершаю служение Шриле Прабхупаде, говорю харикатху, говорю о его учении, о его наставлениях, но не ради себя, а ради служения моей Гуру Варге. И поэтому Ванишева и Вапусева, они должны совершаться параллельно. Ваши Ванишева и Вапусева, они параллельно должны совершаться. Если не параллельно, то Ванишева not parallel, then you would be, you can discover yourself in the midst of countless problems. Какое-то большее внимание Ване или Вапусеве, то впоследствии мы увидим, что какие-то проблемы возникают, поскольку если мы служим Гурудеву физически, но не осознаем его величие, его учение, то мы не поймем. У нас не будет онтологического понимания Вани Сварупы Гурудева. И таким образом попадем в какую-то проблему. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, что Ванишева и Вапусева Кришна совершает оба вида этого служения. Кришна говорит с друзьями. Вот Кришна говорит со своими друзьями, детства. Они были отправлены в Гурукулу отцом и матерью. И Кришна был в Гурукуле. Уджайни. You see the idealism. Смотрите идеализм. I'm not joking. Я не шучу. You must see the idealism. Вы должны видеть идеализм Кришны. You think Krishna's passing Вы думаете, Кришна просто говорит какие-то лекции, ничего не делает. Кришна совершает расалилу. Кто будет слушать об этом? Сегодня я объясню, почему Шукадев Госвами говорит таким образом, что мы должны принять, и мы должны принять его Lila, then you will be confusion. Предложение. Not going to do any rubbish thing, but we can think. Если мы будем смотреть на Расалилу, то мы будем запутаны. Но Кришна делает все правильно. Это внешне выглядит все неправильно. Расалила имеет наивысшую чистоту, но большинство людей думает, что это нечто грязное, нечто непристойное. Что Кришна дает всякие различные советы, а сам ничего не делает из того, что говорит. И вот я буду вскоре говорить о глубинном значении Гопи Гиты. И вот не думайте таким образом. Не думайте негативным образом, будьте на позитивной стороне. Если всю жизнь находитесь в негативной стороне, то кто сможет помочь вам? In my whole life, I have not не видел таких, как Шрила Бхактивинода Рамана Госвами Махарадж, Бхактивинода Бхатирта Госвами Махарадж, таких возвышенных преданных, как Бхарати Махарадж, и таких подлинных искренних душ очень редко можно встретить. Мы должны научиться быть искренним у Бхарати Махараджа. Он не всегда уделил внимание даже какому-то мельчайшему проценту интересов Гурудева. Он никогда не ущемлял никаких интересов Гурудева. I cannot allow even 0.0011% self-interest. Okay, let I cannot say. I can reserve
I can reserve that 0.001% interest of Gurudev. Because I'm dog of Gurudev. И вот мы должны учиться о Бхарати Махараджи, что он всегда защищал даже мельчайшие интересы своего Гурудева. Он был подобен собаке, как собака, она всегда защищает интересы своего хозяина. Собака, она самая такая преданная, всегда защищает мельчайшие интересы своего хозяина. И вот мы должны учиться на примере собаки в киртане. Шрила Бхактивинода Тхакура есть такие слова. О Господь, о Гурудев, ты знаешь меня как свою собаку. Я всегда готов жить в твоем доме и защищать тебя, но можно видеть, что некоторые люди пытаются как-то соревноваться с Гурудевом, как-то не делать все наоборот. Кто-то совершает служение. Иногда бывает, что-то кто-то совершает служение и что-то забыл. Last teachings of Krishna, Harikatha from 10:30 up to 25 minutes, no connection he is making, and people think there is no Harikatha. For 25 minutes I am speaking, a recorder catching, but he is not giving connection. He should have sincerity. There is 9:30. При совершении служения мы должны быть искренни и не забывать, не опаздывать. I have no money. I have no money, no disciple, I'm no foreign team, I'm so cheap, believe me. I'm such a cheap thing, cheap man. Such a cheap, you cannot even imagine. So they are thinking that. 25 minutes, why Harikatha going up? People say, whatever, today no Harikatha. After that they find, in between some Harikatha. We are alert like dog. In the life of my Guru Seva, I was like dog. I used to sleep just когда я совершал Гуру Севу, я был как собака, я спал у комнаты Гурудева, чтобы на мешке из-под картошки, чтобы в случае чего можно было помочь Гурудеву. И Гурудев спросил меня спать как-то хорошо. В удобном месте, но Бабаджи Махарадж сказал, что когда если буду спать хорошо, то я просплю все служение вам. Если буду спать под одеялом с подушкой, то не замечу, что нужно помочь вам. Буду так спать беспробудно всю ночь. И вот Ваманга Сай Махарадж, даже его у него был такой севак, который так удобно спал, поэтому этот севак благополучно спал, а Ваман Махарадж пошел в туалет, тем временем там поскользнулся, руку сломал, и поэтому нужно быть предельно осторожным в процессе Гуру Сева. Гуру Сева значит, там нету времени для отдыха. Бхагаватам говорится, если Гурудев не зовет нас принять прасад, то мы не должны есть без позволения на то Гурудева. И это называется брахмачарья, полное следование наставлениям Гурудева. Если Гурудев нам хочет проверить нас и в какой-то день не пригласил нас на прасад, то мы должны поститься. И почему люди не достигают успеха в Харибаджане? Какая причина? То, что все хотят как-то уйти от ответственности, недостаточно искренне что-то делают, но не каждый может сказать это, поскольку люди хотят оставить для себя время для отдыха, для того, для пятого, для десятого, поэтому Гуру Крипу они не обретают, а если мы полностью посвятим себя Гурудеву, то тогда, несомненно, мы обретем
милость Шри Гуру. Гуру Крипа — это не шутки. Кто-то думает, что я шучу в Харикатхе, но нет, это не так. Севак отдыхает, Гурдев вот пошел, ну, уже в таком пожилом возрасте, поскользнулся, руку сломал. Это не Гуру Сева. Я никогда не позволял Гурдеву одному ходить в туалет. Я всегда помогал ему. Если Гурдев только собирался, я сразу же... Вот Гурдев повторил Харинам всю ночь. Мы смотрели, вроде Гурдев спит, но это только внешне выглядело. Я был рядом, я видел, что он Харинам повторяет, его язык, он всю ночь повторяет Харинам. В Матхе какой-то ерунду я занимался, Гурдев. Чувствовал все это, кто? Что случилось? Гурдев видел все. Хотя и с утра он позвал этого брахмачари. И этому брахмачари было стыдно. Он не мог даже посмотреть на Гурдева. Смотрел в пол. Я не хочу его назвать. В итоге они отправились проповедовать на запад. Там тоже занимались всякой ерундой. В итоге... Ну, в общем, были депортированы с той страны, куда отправились на проповедь. И вот что такое Гуру Сева? Иногда под видом Гуру Севы люди занимаются служением себе. Но Гурдев — это не человек. Как до тех пор, пока мы будем воспринимать обусловленную душу как нашего Гуру, то никакого блага мы не получим. В шастрах это говорится. Мы должны принять прибежище у такого подлинного гуру, который даст нам, дарует нам подлинное благо. Шрила Прабхупад говорит, что мы должны принять прибежище у такого гуру, который дарует нам подлинное вечное благо. И вот смотрите, Бхагаван Шри Кришна, он не говорит какие-то истории, не рассказывает их. Он отправил все в Гурукулу, чтобы показать нам идеализм Гуру Севы. И это главное этого, этой главы. Бхагаван говорит, вчера я говорил об этом, что те, кто принимают прибежище у моих наставлений, они могут очень просто пересечь этот океан материальной жизни. Нону ортоко вида брахмано барнасрама батамихо же мая гуруна бача таранти анжо бхаварнава. Follow. First loka I told. И вот первый шлока, который произнес, то что Гуру Пита, первый наш гуру — это наш отец, потом второй гуру — тот, от кого мы получаем гайдри и с чьей помощью проходим самскары, потом третий, ну и ты тот же, от которого мы получаем знания о Веде и Веданте. Гурдев, он не как мы, он... Гурдев и мы не разные. Not that Gurudev is man and Bhagavan is Bhagavan. А Кришна говорит, что Гурдев, Ачарья Мам Виджанья, подлинный Садгуру, не отличен от Кришны. Я сам Ачарья в форме Гуру. И вот Кришна говорит, те, кто следует Варнашрама Дхарме, для них эта процедура очень важна. Этот следующий гуру, он подобен мне, и третий гуру, который изначальная причина всех причин, это Кришна Ванде Джагадгуру, это сам Шри Кришна. И вот в сравнении, второй гуру, он более и более важен, чем первый. То есть второй дикша-гуру, шикша-гуру, он не отличен от самого Шри Кришна. И Кришна говорит, а я третий гуру, который пребывает везде с
скрытом виде. И те, кто служит Гуру, искренне, то не осознают, что Кришна, что их Гуру не отличен от Шри Кришны. For your self-interest, you can go to hell. Krishna speaking. И вот Кришна говорит: «О Браман, среди». Krishna speaking. Кришна говорит: «О Брама, о Судама, о мой друг, среди тех, кто следует». Among those who all are following Varnashrama Dharma. Not that everybody can become tattvagyani. Не каждый может стать таттвагьяни. Not that everybody. Varnasam dharma. Varnasam dharma. Some section, some group. Есть какая-то группа Varnasama dharma. Кто-то может следовать Varnasama dharma. Some group, some section can follow Varnasam dharma. But that doesn't mean everybody can come to success. Это не значит, что каждый может достичь успеха. Those who are sincerely, те, кто искренне следует Варнашрама Дхарме, очень пунктуально, очень искренне. Те, кто уважает Гурудева, они могут стать таттвагьяни. Понимаете, о чем я говорю? Кто-то грихастха, но что это? Кто-то домохозяин тоже может стать лучшим таттвагьяни. Не значит, что если человек домохозяин, что он не может достичь успеха. Нигде такого не сказано. Главное, чтобы он служил Садгуру достойным образом. И Кришна говорит, не каждый, кто следует Варнашрама Дхарме, может стать таттвагьяни. Несколько среди них могут стать таттвагьяни, пандитами. И будьте осторожны. In the form of guru, в форме гуру, Krishna speaking, Кришна говорит, те, кто слушает мою таттвагьяну, мои наставления, вы можете задать вопрос, вы говорите о гуру, Кришна говорит о себе, но вот в этой шлоке говорится, что относительно славы, Гуру и Кришна, они не отличны, даже Гуру более славен, чем Гуру. Гуру Кришна в своей славе, они подобны даже Гуру, он более славен, чем Кришна. И вот Кришна говорит, те, кто следует Варнашрама Дхарме, не каждый, что каждый может стать таттвагьяни, только некоторые из них. И я дарую таттвагьяну в форме гуру, Кришна говорит. Я тот, кто дарует знания, кто? Это Кришна. Те, кто следует моим наставлениям, что я источник всего знания, Кришна говорит, я источник всего знания, я организую знания для всех, я дарую знания для всех, я источник всего знания. И вот те, кто следует мне искренне, они могут пересечь этот материальный океан. Очень просто. Без всяких проблем. Нану артако бидо брахман барна срама батамио же мая гуру на вача таранти анжо бхаварнавам таранти анжо таранти анжа очень просто анжо мане анжаса таранти анжо таранти мане they can cross very easily. Очень просто, мы можем пересечь этот океан without any trouble, без всяких проблем. Then after that, и тогда после этого шлока, который я сказал, и что Кришна говорит,
тапасо упасаменава, тусейям сарвабхутатма, гуру шишья сая ята, нахам иджа прачат. Не думайте, что мы можем сидеть внутри своей комнаты. Я видел какие-то преданные, не знаю, весь день занимаются поклонением Бхагавану, идет на Харикатху, не может прийти, но весь день может поклониться Бхагавану, но тем не менее меня очень сильно уважает, но весь день занят Арчана и походом на Гангу. Но такая отреченность, она не имеет смысла, она бесполезна. Я не хочу видеть лица таких людей, которые постоянно и слишком отреченные и избегают Харикатхи, только ходят принимать омовение три раза в день и поклоняются, но при этом не слушают Харикатху. I can understand he is a great devotee when he is interested in our Harikatha. Я могу понять, что кто-то подлинный преданный, который заинтересован в Харикатхе, это Сиддханта Шри Прабхупада. It is a Siddhanta Bhagavatam. И тогда я пойму, что это Сиддханта Бхагаватам. Бхагаватам в первой части могу показать такую Сиддханту. Those who are not growing interest in Harikatha. Те, кто не взращивают в себе интерес к Харикатхе, то это признак того, что их баджан идет не в правильном направлении. И вот хотя я не могу организовать прасад для вас всех, но опять же это не значит, что я бессердечен. И вот Шрила Прабхупад говорит, любое количество наших усилий. Пытайтесь понять и не забывайте любые наши попытки, наши усилия. Мы не можем служить Гурудеву, но мы, если у нас есть желание, настроение служить, то это более чем достаточно. Мы сможем обрести силу, как эта белка. Белка, она ничего не могла сделать, но, по крайней мере, пыталась носить песок на своей шерсти. И Рамачандра все равно был очень доволен. Кто-то тратит сотни тысяч рупий для Гурудева, или какой-то бедный человек дает немножко для Гурудева, то Гурудев, он доволен. В обоих случаях не значит, что если мы можем, будем давать большие пожертвования, Гурудев будет доволен этим. Нет, мы должны с любовью, с преданностью что-то давать Гурудеву. Независимо, Гурудев будет доволен нами, независимо от суммы этого. То есть мы должны делать то, что можем в наших способностях, в соответствии с нашими способностями. Я молюсь Шриле Прабхупаде, Шриле Гуру Варге, чтобы они одобрили мои попытки совершения Ванисевы. Я очень малый человек. Если И вот Кришна говорит, не думайте, что я буду доволен вашим поклонением. Кришна говорит, не я, Кришна говорит, и вот Кришна говорит, нахам иджа праджатибьям. Не думайте, что я буду доволен тем, что вы поклоняетесь мне, с каким настроением, с какой целью вы поклоняетесь мне. Иджа значит арчана. И праджатибьям значит жизнь домохозяина. Праджатибьям значит жизнь. Where you have the right to give birth to one baby. Где у нас есть право, где мы можем, не то что можем, а должны родить детей, иначе это оскорбительно. Жизнь домохозяина значит, что мы должны дать рождение другим.
в соответствии шастра, и после этого, после того, как вы родили детей, будучи ашрами домохозяина, потом вы можете принять ванапрастху, особенно благоприятно, чтобы мальчики рождались. Кто-то думает, что я живу в жизни домохозяина. А еще какие-то люди думают, что совершая аскезы, Бхагаван будет доволен ими, но нет. Господь говорит, о, Судама, о, мой друг, благодаря Гуру Севе я настолько доволен, настолько счастлив. И вот Кришна говорит, благодаря Гуру Севе, Кришна говорит, благодаря Гуру Севе я очень доволен. Никакими другими способами нельзя удовлетворить Кришну. Гуру Сева — это наилучший путь к тому, чтобы Кришна был доволен нами. Я никогда не говорил, что Шрила Бхакти Госвами Махарадж или Бхакти Данта Рамана Махарадж или Бхарати Махарадж, что они мои гуру-братья. Нет, я вижу их как моих шикша-гуру. Я никогда не говорил иначе, никогда не хотел злоупотреблять их славой или еще чем-то, поэтому Бхарати Махарадж очень уважал меня за мою беспристрастность. Какие-то ачарьи, может, уважают меня, но не могут открыто сказать, но Бхарати Махарадж не стеснялся этого. Я отношусь к ним как к моим гуру, а не как к гуру-братьям. Гуру Таттва, она одна и неделима. Гуру Таттва — это неделимая таттва. Я никогда не думал, что это Бхакти Лавтхирта Госвами Махарадж. Я всегда говорю о его славе. А почему? Это не из-за того, что я привержен той или иной организации, но я всегда говорю о их славе. Вы не думаете, что если Гурудев ушел из этого мира, то Гурудева нет, тогда вы не сможете выжить на пути баджана. Наша безопасность — это не какая-то страховка, не какие-то деньги, а наш Гурудев. Если наш Гурудев, мой Гурудев, когда ушел, то я нашел его в форме Шрилы Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджа. И поэтому Гуру Сева, даже малое количество Гуру Севы может дать нам величайший успех на пути нашего баджана до тех пор, пока вы слушаете себе. Если вы хотя бы немного совершите Гуру Севы, вы увидите, что некая сила приходит к вам, некое великое вдохновение. И поэтому в Упанишадах говорится «Наям атма балахинена лабья». И вот из Упанишад это шлока. Те, кто слабы, слабы, значит, те, кто не обретают достаточно гуру крипы, читбол, они не могут выжить. Они не могут достигнуть успеха. И в Упанишадах говорится. В Упанишадах это открыто говорится. Наям. На санскрит вы понимаете, надеюсь, или бенгали? Не проблема, я попытаюсь объяснить, если не понимаете. Или хинди? Нет. Не все знают местные языки. Наям атма балахинена лабья. Наям атма балахинена лабья. It means. Это значит, что. Наям балахинена лабья. I split up. Understand? Я вот разделил эти. Слова на составляющие слова. И вот каждое слово я объясню его значение. Наям атма. На
This Atma Tattva. Это первое значит, что это Атма Таттва. На, но мин, но. На мин, но. На значит нет, но. Аям Атма. На. This Atma Tattva. Это Атма Таттва. Она не может быть проявлена перед вами. Те, кто очень слабы, не имеют духовной силы. Те, кто балахинена, те, кто не имеют силы, они не могут осознать атма-таттву. Те, кто не искренне, они не могут понять атма-таттву. И вот значение слабости каково? Что значит слабость? Слабость значит то, что мы не не смогли обрести достаточно читбола, духовного осознания. Какие-то бестолковые люди объясняют это физической силой, но здесь имеется в виду читбол, духовную силу мы можем обрести по милости гуру и вайшнавов. Гуру Таттва — это неделимая, одна и единая таттва. Не думайте, что если Гурудев ушел, то кто сейчас гуру? Никого нету. Не думайте так. И вот пытайтесь понять эти слова. Тушьям сарвабхутатма гуру шишо саяята нахам иджа праджатибхям. So now you understand? Now we understand the meaning. Naham ijja prajati bhyam tapasho pasamenava tushyam sarva bhutatma guru shusya sayayata. Now Krishna и вот Кришна, он обсуждает очень важный случай, который случился в Гурукуле. Кришна, он прославляет Гуру Таттву в начале, и поэтому я хотел начать эту тему с Удама Випра, это Гуру Таттва, и потом перейдем к Удав Самвад. Удав Самвад очень такая тонкая, чувствительная тема, но перед этим мы должны понять другую сиддханту, хотя мы объявили, что Удав Самвад сначала будет, но я подумал, что лучше, если сначала будем обсуждать тему Судама Випры. И вот Кришна вспомнил. И вот Кришна вспомнил. Гопино смарджати брахман бриттвам нивасатам гуру гуру дару исчодитану индамана анена че анена каче. What? Гопино смарджати брахман бриттвам нивасатам гуру гуру дарис чодитану чодитанам гуру дарис чодитанам индан анаяне анаяне качит. If you have very simple idea about Sanskrit, you can understand. И вот если у вас есть какое-то простое начальное представление о санскрите, вы поймете. Вот я объясняю. Апи. Можешь ли ты вспомнить? Я думаю, ты помнишь. Апина. Смарджати. И вот, о, друг, ты можешь вспомнишь, когда мы учились в Гурукуле, ты помнишь этот, это время? Опи но смарджате. You remember? И вот ты помнишь, что случилось раньше? И вот однажды. Опи но смарджате брахман бриттам нивасатам гуру. When you and me were in Gurukul. Когда мы были в Гурукуле. Дарис чодитанам индан анаяне качит. When the wife of guru. Мане гуру мата, wife of guru we cannot see. This word is. Когда жена гуру, но жена гуру такое неприличное слово. When guru мата. Гуру мата мы должны употреблять. Guru мата, you know, guru мата. When the wife of guru there. Когда вот жена гуру дева. Дарма патни гуру дева сказала мне, о мои дети, нету дров, как мы будем готовить
по отношению к Господу, могли ли бы вы пойти в лес и набрать сухих дров? И Кришна говорит, да, почему нет? Кришна говорит, why not? Yes, surely. Да, мы можем пойти и тогда с Судамой. Then with Sudama, I mean this friend. И со своим другом. Кришна пошел в лес, чтобы набрать дров. Даже сейчас во Вриндаван. Эти бедные враджаваси, они тоже идут в лес собирать ветки и прочие дрова. Our women here, they cannot take trouble. Ну, а здесь местные на газу готовят. А вот во Вриндаване можно видеть, что женщины собирают эти дрова, ветки каждый день, чтобы приготовить чапати. Столько сложностей. Нужно пойти собрать дрова, молоть эти зерна пшеницы в муку. Потом тесто сделать, потом чапати сделать из этого теста. Вот Махарадж, когда был в Радже, он там собирал подаяние у этих враждебных форм и чапати. И вот Махарадж вспоминает, как он был в Нандаграме. Paramanna, sweet rice, you take. I remember. Krishna also going to remember about. И Кришна тоже вспоминал, когда он был в Гурукуле с Судамой. И Кришна говорит: «О, мой друг, может, ты помнишь, однажды Гурупатни, жена нашего гуру, она попросила нас пойти в лес и. И набрать дров для готовки. И Кришна сказала, конечно, мы пойдем, почему нет? И вот с Судама Випрой Кришна пошел в лес, чтобы собрать этих дров. И тем временем погода испортилась, начался ливень, и сначала начался сильный ветер, гроза началась. И вот эти Судама с Кришной, но они пошли без одежды практически, тут похолодало. И вот оба они собрали эти дрова, связали их, поместили их к себе на голову, так, на голове, поскольку, смотрите, это вещи для служения гуру. Эти дрова, с одной стороны, это дрова, могли бы их тащить внизу. Почему они на голове их несли? Могли просто положить на землю и посидеть на них, переждать грозу, но нет, это для... вещь для служения гуру. И поэтому они несли на голове с великой осторожностью. Опина смарджати брахман бриттам нивашатам гуру гуру дарайшчо чодитанам индхан анаяне качит правиштам махараньям апаттоу шумахаддижа бато баршом абхуттибрам ништхура станетнива. What I speak in word is speaking. И вот здесь говорится, как они зашли в лес, набрали дров, и тут началась непогода, гроза, начал дуть холодный ветер, начался ливень. Lightning.
lightning there. And начались молнии, гроза. Sun god going to going away. Sunset, you know, sunset. И вот тут наступила тьма, поскольку солнце зашло за горизонт. We are waiting for the calamity to come to a stop point. We are waiting and watching. И вот они ждали, пока погода наладится. We are waiting and watching when the natural calamity can come to a standstill point, but not come. In the meantime, и тем временем, darkness, вот солнце село, они думали, что дальше им делать, Кришна говорит. Сурьяс частам, гатустават тамашача бритадишаха, нимнам кулам джалу майам, на прагьяйате кенчана. Кришна speaking. И вот Кришна говорит, когда солнце... Мы, солнце зашло, мы очутились во тьме. Еще из-за обильных дождей было по колено воды везде. Что делать, куда идти? Пытайтесь слушать вот эти шлоки на санскрите. Гатостават тамашача бритадишаха, нимнам кулам джалу магнам, на прагьяйате кинчана. Where to go? How to go? Куда идти? Как идти? Здесь. We cannot answer all around water. Вода везде вокруг. Oh my God! All around water. Where to go? Вода. Куда же идти? Мы держимся друг за друга от страха. In here we catching each other, small boy, and watching where to go, how to go. И куда же идти? Везде одна вода, они не могли понять, поскольку здесь ну, такой этот рельеф, что когда река разливается, и вот Махарадж был в Чайтани Матхе в 2000 году, а там затопило, что по шею была вода. Это еще высоким по шее было, невысоким было, но еще такой рельеф, что наступишь куда-то, и там глубоко. Кто-то с палкой ходил, проверял. Поскольку ну, тут, кроме ям на дорогах, еще и непонятно, что вода, поскольку мутная. Если шаг или два шага в сторону сделать, ну еще дороги такие на возвышениях, то есть если шагов влево-вправо, то там на метр, на полтора, еще глубже. Bayam Bhrisham. If there is any printing mistake, you have to stop and realize what it is. Otherwise, meaning can change. Bayam Bhrisham Tatru Mahanilambubhir Nihannamana Muhurambu Sampabi Disho Abhiditanto. Дишо абидитанто ато параспарам бани грихито хастаха пари бабриму атураха. In the forest we don't know where to go, how to go. We are catching each other. И вот в лесу мы не знали, куда идти, держались за руки, чтобы не потеряться. И вот мы ходили так вокруг. И Гурудев начал беспокоиться, где же? Он спросил свою жену, ты отправила их, в этих маленьких мальчиков, в лес. Это там сейчас такая непогода, может их съели шакалы или львы, или тигры. Я думаю, они уже померли. Гурудев с утра пошел на поиски. О, Кришна, Судама, где вы? И вот Гурудев пошел их искать. О, жена, ты послала этих детей в лес, смотри, какая непогода.
Они могли помереть в процессе, или какие-то шакалы, тигры их уже съели. И вот этот Сандипани Муни с утра пошел их искать. And going outside in search of disciple. Этот бидитва удите рабу. Этот бидитва. Try to pronunciation very clear. Этот бидитва. 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 Bengali man. They are speaking. На Бенгале. Very language all wrong. Часто произносят неправильно, например. Bengali man, they're making wrong. They're Bengali. They're making. They cannot pronounce. Suppose somebody get, speaking например, to me кто-то говорит мне о Джоти Махараджа. Йоти. Я two type of я. Есть два я, одна я, другая джа. Джоти mean Джоти Йоти. Light rain, and Йоти means sannyasi. Meaning check. Яти значит саньяси, а джоти. Джоти — другое слово. Не расслышал, что точно, но другое слово совершенно. И вот так часто даже бенгальцы на бенгальские слова некоторые неправильно произносят. Или кама, например. Кама — прощение. Но кшама нужно говорить. Кама — это неправильно. Excuse. The Sanskrit meaning or Bengali meaning chama, chama. Кшама значит прощение. Кама это неправильно. Wrong pronunciation. So here. И здесь тоже. Тот, have to stop. Тот, you know, it is written. Тот бидитва удите рабу сандипани гуру. Тот бидитва удите рабу сандипани гуру. Аннешьямано на. Шишьяна Ачарьо Апашьяд Атурана Ахо, хе Путрака, Джуям Ашмадарте Ати Дукшитаха Атма Бай Пранинам Прештаха Стам Анадритто Матпараха Ванча Калпадрусти Кипасинди Бхавич Патританам Павана Бхавич. I can explain tomorrow, no time, I forget.